В Севастополе дан старт многодневной регате «Кубок Крыма-2022». 12 июня состоялась первая гонка. В регате участвуют 34 крейсерских яхты из разных регионов России. Это на 11 экипажей больше по сравнению с прошлым годом. Командам предстоит в течение недели пройти по маршруту Севастополь-Ялта-Феодосия-Балаклава и обратно в наш город. По словам начальника местного управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко, хорошие погодные условия для проведения регаты способствуют оперативному преодолеванию дистанции. Очень важно для победы, чтобы каждый человек чувствовал членов команды, выполнял свой функционал. Только тогда можно поймать хорошо ветер и самую максимальную скорость из яхты получить на дистанции. Финальный день регаты «Кубок Крыма-2022» состоится 19 июня. В 18 часов на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» запланировано торжественное награждение победителей гонок. Помимо вручения наград по традиционным спортивным номинациям, корона достанется победительнице конкурса «Мисс Кубок Крыма-2022».